утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Ну и красненький сюда, так и зелененький тоже сюда, так, а вот этот, ладно, так и быть, вот сюда. Ну где ж зубок-то, а? Куда же он пропал-то, Да никуда, никуда я не пропал. Доброе утро. Доброе утро. Зубок. Ты почему так долго не приходил? Мы же договорились пораньше встретиться и соревнования устроить. Ну, прости меня, пожалуйста. Просто я за Шуней зашел. Я подумал, что ей тоже будет интересно посмотреть. Еще как интересно! А какие у вас будут соревнования? Ну, какие? Строительные. Ой, как интересно. А почему строительный? А потому что все только и говорят: Зубок молодец, Зубок настоящий мастер. Да, Зубок у нас и правда хороший мастер. Вот-вот, все так и думают, только это несправедливо. Почему? Потому что я тоже отличный мастер. Ну, вообще-то, я в этом нисколько не сомневаюсь. О, молодец, Зубок, ты настоящий друг. Только я хочу, чтобы в этом не только ты, чтобы в этом никто не сомневался. Так что будем строить дома из кубиков. Чей дом будет лучше, тот и победит. Я согласен. А Шуня пусть будет судьей. Шуня? А что? А, правильно, если Шунь, конечно, хочет судить наше соревнование. Еще как хочу! А у меня для вас вот шоколадка есть. Я ее победителю вручу. Ой, какая шоколадка, а? Зубок, ты чего мою шоколадку нюхаешь? Чего доброго, съешь ее нечаянно. Почему это твою? И почему это съем? Так, тихо-тихо-тихо, не спорьте. Ну что, начинаем соревнование? Начинаем. Раз, два, три. Я лучший строитель, я строю дома. Вот тут будет крыша, на крыше труба. Я тоже построю отличнейший дом. И пусть заживут очень весело в нем. Рыжая кошка, мышата и птицы. Каждый, кто хочет в нем поселиться. Так, ура! Я первым закончил. Я тоже закончил. Не могу. Почему ты смеешься? Ой, да потому что мой домик лучше получился. У меня вон какой красивый. А у тебя, самый обыкновенный. Да. Вообще-то ты прав. Вот теперь все убедятся, что я настоящий мастер. Ну что вы, давайте хлопайте, поздравляйте меня с победой. Поздравляю тебя, Коксик, шоколад твой. Ага. Мой дом рассыпался. Ой, выходит, я рано хвалился. И почему он рассыпался? Непонятно. Жаль, такой красивый домик был. Мне кажется, я знаю почему. Ну знаешь, тогда говори скорее, ну в чем тут секрет? Да какой тут секрет? Нам об этом столько раз Еноч говорил. Да, раз. Да-да, ну конечно, он всегда напоминает, что все надо делать очень старательно, не торопясь. Это точно. Помнишь, Коксик, нам Еноч и пословицу говорил: поспешишь, людей насмешишь. Да помню, я помню. Вот только как начал строить, почему-то забыл. Эх, и зачем я только торопился. Ну, может, ты хотел соревнования поскорее выиграть? Да? Конечно, хотел. А еще мне очень хотелось, чтобы меня все похвалили. Ну тогда тем более не надо было торопиться. Если бы ты сделал домик не только красивым, но и прочным, тогда тобой уж точно все восхищались бы. Ну вот, а теперь все опять будут говорить,
что я ничего делать не умею. Ну ладно, ладно тебе, Коксик, не расстраивайся. Ну если хочешь, я тебе помогу. Давай мы с тобой новый дом построим, еще лучше прежнего. Давай, спасибо тебе, Зубок. Подожди, а как же шоколадка? Эх, прощай, шоколадка. Ну почему же прощай? Твой домик хоть и рассыпался, но был очень красивым. А домик Зубка оказался прочным. Так что приз вы оба должны получить. Все по справедливости. Шунечка, тогда и ты должна его получить. Еще как должна, ты за нас вон как переживала. А если так, то давайте и шоколадку на всех разделим. Это будет самая настоящая справедливость. Точно! Я согласна. Но сначала с ребятами попрощаемся. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулась облакам, новый день приходит.